память времени, всегда многоцветно окрашена воспоминаниями и чувствами. Окрашена человеческой жизнью и живет, как песня. Odată Tamara și Iovan mi-a spus, apleasă cântul, cântec să laudă Moscova. Как-то Тамара Чибан сказала, что ей хотелось бы петь так, чтобы было слышно в Москве и даже на Урале. И когда я начал работать с композитором Евгением Кокой, то рассказал ему о желании Тамары. Cuvinte pentru toină și am atras-o și pe Tamara Чобан. Вскоре я написал слова для Дойны, и получилось так, что мы создали ее втроем. Кока, музыка, буков, тексту, Тамара Чобан, вокалу. Тамара Чобан не единственная в фамилии, которая поет. Мая и сестра са Валентина Савицкая. В семье поет не только Тамара. Поет и ее сестра Валентина Савицкая. В молодости у меня было и такое увлечение. Я пел в нашем оперном театре, когда он только открылся. И горжусь тем, что пел с Валентиной Савицкой. Молдавский кинематограф входил в большой всесоюзный кинематограф первым полнометражным документальным фильмом Советской Молдавии. На экран просилась песня. И так получилось, что первую песню исполняла первая и лучшая певица республики. Тамара Савельевна была одной из основоположниц нашего ансамбля. Вот сейчас, после такого длительного периода и работы, и прошло достаточно много времени, когда она уже с нами не разъезжает по миру, остается в памяти очень
теплое воспоминание. Должен сказать, что первую оперу, которую я услышал в живом исполнении, это была опера «Чио-Чио-Сан». И партию «Чио-Чио-Сан» исполняла Тамара Савельевна Чабан. Это было еще задолго до открытия нашего Молдавского государственного оперного театра. Это была оперная студия. А сердце рвется, не выдержит оно. Мне не был дорог, и вот это, ах, счастье, какое счастье. Любимый. Чуть вот придержите это, вот это, да? Савельевна обладает очень красивым, редким, уникальным по красоте голосом. И одна только именно это уже и обуславливает то, что с ней очень приятно работать. Мы знаем, что она прекрасно Джильду поет, в Риголетто, Виолетту в Травиате. Замечательно она поет Мими в Богеме. Ну, знаю я ее еще очень давно, с того, с момента, когда она запомнилась мне в партии Дездемоны. Вспоминаю, как в Иркутском военном госпитале мы, затаив дыхание, слушали по радио голос Тамары, певшей народные песни и чудесную дойну Коки.
Это было прекрасно. Казалось, что мы дома. Своеобразный метод преподавания, то, что нам дает быть искренними, быть точной перед зрителем, которым мы поем. Полагаюсь на нее прямо как на моей матери. Двух наших известных певиц, Тамару Савельевну Чабан и Валентину Савицкую, я знаю уже около 30 лет. С Тамарочкой мы познакомились на сессии Верховного Совета Союза СССР в 50-м году, когда нас обеих избрали депутатами. И хотя Тамарочка в свое время работала медицинской сестрой, она всегда любила петь. И ее отец всегда возражал и наказывал ее, и тем не менее она пела. Ка депутат, ка лауреат, ин тот для уна яра плине тео. Депутат и лауреат, она всегда человечна в самом высоком значении этого слова. Тамара Савельевна, это этап в молдавском народном исполнительстве. Я бы отметил ее самобытность, национальную самобытность, ну и, конечно, талант. Еще мне кажется очень характерным для ее творчества это то, что она соединила в себе профессиональную вокальную школу с народной манерой исполнения, с народной манерой подачи песен. Это позволило ей быть понятной и желанной не только в сельских клубах Молдавии, но и на самых лучших концертных эстрадах нашей страны, Европы, Северной Америки, Индии. Появились и другие талантливые певицы, но она была первой. Ванечка очень любила петь. И всегда этот голос такой мягкий, приятный очень темп, серебристый колокольчик звучал у нас и у Тамары, и у меня в ушах. Анкантат, ан грозова, Валентина Савицкая. С Валентиной Савицкой я пел грозовани, паяц. Я счастлив, что мне выпала такая честь. Как жаль, что сегодня я не могу быть ее партнером. Пели эту песню родному селу, несли ее сквозь годы и страны. Так поет Николай Сулак, песня о песне. A sunat prin toată țara, doina, două mărioara, de la mândra
жизнь, таковы праздники и будни человека искусства. Тамара родилась в селе Аргейского уезда, село Березлоч, а Валя родилась здесь. Вот здесь, здесь. Да, в этом доме. Так, тату и ракушки. До паши, а ты он уштил. Да, что уштил, сам тата и дела Березлоч. Отец ее был кузнецом, это все, что я знаю. И помню, что перевозил их, когда переезжали из села Березлощ в Кокорозены. А где они жили? Вот там, за этими домами. Марочка, эта мелодия больших народных страданий. Вот ты должна ее прочувствовать, как-то провести через свою призму, подумать хорошенько. Не копировать меня, но найди как-то сама себя, найди, прочувствуй. Дойне, дойне, а ты та жале, драгосте, шидорку. Тамара Савельевна и 4 ani урмы conduce societatea muzicală corală republicană. Tânsa e un om care ar vrea ca cu timpurile toată Moldova să cânte. Уже 4 года Тамара Савельевна руководит республиканским хоровым обществом. Она хочет, чтобы вся Молдавия пела, потому что песня – душа народа. Когда наш коллектив был в Саратове, мы узнали, что наша землячка Тамара Чебан окончила Саратовскую консерваторию. Оказывается, ее голос, наша прекрасная дойна, уже звучали и там. Всегда неповторимо, необычно, единственно. И каждая нам дорого, как дорога песня, услышанная в детстве и звучащая в душе всю жизнь.